Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга. Приветствую вас на этом канале. Рада всем, кто зашел на этот канал посмотреть мои примерки одежды в секонд-хендах Саратова. В этом видео я побывала только в одном секонд-хенде, который называется «Одежда мира». У них два магазина, один расположен в Заводском на проспекте Энтузиастов, второй в центре на улице Советская. Адреса этих двух магазинов я оставлю в описании под этим видео. Итак, я побывала в них на финальной распродаже в скидку 90%, но на эксклюзив была скидка 25%. В магазине «Одежда мира» на проспекте Энтузиастов на примерке у меня всего было две куртки. Вот сейчас одну из них я показываю. Короткая, укороченная куртка, 134 рубля с 90% скидкой, с дефектом, внутренний карман немного оторван. Куртка из плестра, наполнитель тоже плестр. Я ее не купила, потому что мне не понравилось, как она на меня села. А это уже вторая. Но она мне немножко маловато. И самое интересное, она и по ростовке мне немного маловато. Хотя рост мой 153 сантиметра. Я довольно-таки маленькая. Да, я сейчас вспомнила, что в эту субботу... Ой, простите. По-моему... 8 марта я была в секонд-хенде на Астраханской. И ко мне подошла моя подписчица. Мне было так приятно. Но я, знаете, я была не готова к этому. Я растерялась. И не спросила у девушки ее имя. Итак, о куртке. Ну вот бренд, возможно, хороший. Я не проверяла. 158 рублей за такую цену ее можно было приобрести с 90% скидкой. Бренд, я думаю, в принципе, неплохой, потому что брендированная фурнитура и этикетка такая, знаете, солидная, ярко все написано. Ну, наверное, хороший бренд. Но куртка на меня не села, поэтому я ее, конечно же, оставила в магазине. Небольшое отступление. Прошла информация, что, возможно, 11 марта YouTube перестанут показывать в России. Поэтому что делать? Бросать я то, чем я занимаюсь, я не хочу. Мне это приносит радость, это стало уже моим хобби. Я решила подстраховаться, зарегистрироваться на других площадках наших российских. Яндекс.Дзен, Телеграм и Контакт. Но насчет Контакта я еще не уверена. Но, возможно, и там тоже. В описании под этим видео я оставлю все ссылки. Переходите, подписывайтесь. Буду очень рада. Это уже второй магазин «Одежда мира» на Советской. Там я была в другой день, но скидка такая, была такая же. 90% на обычные вещи, 25% на эксклюзив. Набрала я, конечно, здесь одежды поболее. В этом магазине я уже верхнюю одежду не мерила. А на примерке у меня были брючки, свитерочки, джемперочки, платья, кардиганчики. Вот первые это брюки хлопковые, полностью хлопковые, с небольшим процентом эластана. 65 рублей их можно было купить. Я одела, мне они, кстати, понравились. Потому что, во-первых, они светлые, а светлых брюк у меня нет совершенно. Они мне немного длинноваты, я их подвернула. И они, вот, ну, я раздумывала там, мне понравилось, как они на меня сели, как по ощущениям мне было комфортно. В принципе, их надо было просто подогнуть. Думала, и представляете, я их не купила, возможно, зря. Так, нашла еще вот трикотажное платье. Верх связан косичками, а низ платья просто так, обыкновенная вязка такая. 62 рубля оно стоило. Такой красивый цвет, молочный. Приятный цвет. Но состав не натуральный. Но когда я его одела, конечно, он мне так обтянул. Оно мне прям мало-мало было. И я решила прикрыться вот тут вот хлопковым кардиганом таким. Вот такой вот кардиган. Но он явно на высокий рост. Это я поняла по карманам. Потому что карманы где-то очень были низко. Только кончиками пальцев я туда доставала до них. И вот такая вот, такой то ли дефект, то ли, я не знаю, неправильно постирали. Вот края так они расходились вот таким полукругом бока кардигана. А так тоже
в размере М кардиган был, цена его 77 рублей. Такая ажурная вязка, пуговицы вот под дерево какие-то они такие. Далее у меня, например, лонгслив, красивый цвет, 49 рублей можно было бы его купить, но мне показалось, что он такой растянутый какой-то, горловина, не стала покупать. Это уже блузка вискозная, от Tom Tailor, по-моему, сейчас я покажу бренд, сиреневые цветы такие размытые на молочном фоне. Тоже не купила, потому что меня эти блузки, как-то рубашки, блузки не впечатляют. 46 рублей. Как-то не очень мне они нравятся. Блузки такого фасона. Далее вот такая тельняшка, но она тоже слишком мне показалась какой-то старой. Тут на плече какой-то вот торчит что-то. Вот то ли она висела так долго. Так, вот это уже я решала, покупать, не покупать. Это 100% вискоза. Есть такой смешной какой-то малюсенький капюшончик, который на меня совершенно не налез. А так, в принципе, неплохая. И по составу, и по задумке такая вот вещичка. Тоже не купила. Хотя, да, думала, может быть, купить. Понимаете, когда в секонд-хендах вот такие малюсенькие цены в магазинах, когда это стоит просто, ну, таких маленьких денег, там, в районе 50 рублей, хочется прям скупить все, правда. Ну, останавливаешь себя, понимаешь, ну, зачем захламляться? Вот эта кофточка 64 рубля, ну, понимаете, это... У меня даже я на дорогу больше туда потратила, вот секонд-хенд, чем вот стоимость этой вот именно этой кофточки. Немножко рукава были растянуты, но не стала я ее покупать, не стала захламляться. Далее вот такой вот еще комплект я померила. Это рубашка и кардиган. Кардиган синий, рубашка голубого цвета. Рубашку я взяла почему? Потому что она была без выточек и без рельефных швов. Но она была не слишком на мне, такой размер был мой, в принципе. Она была не оверсайз, а так по фигуре, но не в обтяжку, не в облипку. Вот это желтое платье, которое сейчас на мне, оно 100% вискозы, 8 размер, конечно, мне оно немного маловато. Минус то, что нет подкладки, плюс то, что оно новое, карманы даже зашиты, вот этикетки, 73 рубля. Хорошее платье, мне понравилось, в принципе, оно, я его купила для дома, но вот еще также приложила вот этот кардиган синий, который я мерила с рубашкой. Мне показалось, в комплекте они так симпатично смотрятся. Это платье, этот кардиган. Я решила это платье приобрести для дома. Мне показалось, оно, конечно, коротковато, что в нем ходить по городу. Но вот я посмотрела, тут такой большой подгиб, что если его еще и отпороть, в принципе, его даже, возможно, и длина будет уже даже более приемлемой для меня, чтобы ходить по городу. Тем более кардиган, он так лишнюю прозрачность закрывает. Этот кардиган я тоже купила, потому что я увидела, смотрите, мне показалось, что там это кардиган с добавлением льна, хотя у него этикетка составом срезана. Ну, в общем, мне понравился этот кардиган, и это платьишко я купила. В крайнем случае буду носить все это дома. А эта рубашка, вот, которую я тоже примеряла с кардиганом, вот голубая, вот так она выглядит на вешалке, я ее оставила в магазине. Вот еще такой кожаный ремень. Взяла поближе рассмотреть. Вот так бренд называется. Вот с такими объемными квадратиками. Не знаю, что за материал. Не поняла, из чего сделаны эти квадратики. Сам ремень мне не подошел. Я его не купила. Цена 69 рублей. В отличие от товара, который висел в обыкновенном отделе, эксклюзивных товаров оставалось намного больше. Можно было прям рыться, копаться, найти что-нибудь. Но я не рылась специально. Я прям была у меня цель именно искать среди товаров, на которых скидка именно 90%. Но кто-то мерил вот это вот платье-пиджак, и оставил его там висеть, вот
после примерки, там вот специальная стоечка, туда вешается одежда. Я там его заметила, думаю, дай-ка я померяю. Хотя это эксклюзивная модель. Скидка была 25%, и стоило оно со скидкой 892 рубля. Размер XS, но на мой размер, прям вот знаете, вот, вот даже на мой размер, я хочу сказать, оно мне как раз. Я не представляю, как на худеньких девочках оно смотрится. Прям... Ну, конечно, я его не купила. Далее штаны, которые мне тоже на меня как-то ужасно сели, вот особенно в области попы, тут у меня что-то такие пузыря какие-то у меня. Полоски искривляют мои неидеальные ноги. В общем, кошмарные брюки тоже в эксклюзиве висели. Вот бренд так называется. Брюки из хлопка и содержит небольшой процент эластана. Ну и последняя вещь на примерке – это юбка. Что-то мало стало совсем у меня на примерках в последнее время юбок. Ну вот такую юбку я померила тоже из эксклюзива. Вот так вот бренд называется. На себе показывать эту вещь я не стала, потому что она мне просто очень велика. На этом я заканчиваю свое видео. Всем желаю всего самого лучшего и спасибо, что смотрите, комментируетесь. И отдельное спасибо за подписку.